Добрый день, меня зовут Людмила Кисленок. Я вас приветствую на своем творческом канале. Обязательно оставляйте комментарии под видео, ставьте лайки или дизлайки и не забывайте подписываться на мой канал. Я хочу сегодня вам представить картину «Розы в вазе», которые выполнены на оргалите или ДВП размером 30 на 40, выполнены в технике маслом. Сама картина писалось несколько сеансов. Здесь я делала подкладку из краски. У меня на палитре часто остается краска и высыхает. Я ее с палитры снимаю, счищаю мастихином и, скажем так, как бы приклеиваю на ДВП. Как бы формирую текстуру. Потом поверху, когда краска подсохнет, я начинаю прописывать, либо дописывать сами цветы, объем, там текстуры получаются у меня вот такие вот, свет, тень, там, чтобы не однотонные цветы были. Получается вот такой вот необычный текстурный рисунок. Не только рисунок, но скульптурность, ну и живописность. Такая. А потом я фон прошлась мастихином. Немножко вот он у меня был серый. Вот здесь вот видно подложка. Она была серая, а потом поверху я прошлась мастихином и ввела желтый цвет, чтобы немножко оживить картину, чтобы она стала веселая и интересная. Да.